Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Кэтч, рад всех приветствовать на своем канале. И у нас сегодня, друзья, как обычно, очередной обзор. Будем с вами обозревать детские молочные коктейли. Я сегодня возьму на себя ту ношу и попробую эти коктейли и скажу вам по своему мнению, что из них лучше. Опять же, это не проплаченное видео, за это мне никто не платит. Это субъективно, ну, чисто мое мнение, объективное. Не переключайтесь, не перематывайте это видео, досматривайте до конца. Лайк, подписка и поехали! И начнем, друзья, с номера один. Это у нас молочный коктейль. Топтышка. Что скажу, упаковка хорошая. Вкус я старался брать ванильный, но, признаюсь честно, не все сегодня вкус у нас будет ванильный. Правда, единственное, что мы не сможем посмотреть, какого он цвета и густоты. Но примерно болтаем и, я думаю, узнаем вязкость и все остальное прочее. 3,2% жирности, 200 мл. Стоит он 39 рублей. Россия, Удмуртская республика, целое ее делает этот молочный прекрасный коктейль. Ну, давайте почитаем состав и попробуем. Так, у нас состав: молоко цельное, молоко обезжиренное, сахар, молоко сухое обезжиренное, ароматизаторы пищевые, ваниль и сливочный пломбир, стабилизатор каррагинан. Если честно, то, что сухое молоко и все этот состав такой непонятный, я бы не сказал, что он самый наилучший, но, в принципе, неплохой. Или нет? Пробуем, ваше здоровье, друзья. Ну, что скажете? Привкус ванилина есть. Сладкий вообще еле-еле, где-то там далеко, знаете, сладость какая-то есть, где-то там. Чувствуется сливочность и ванильность. Все, на остальной вкус это как будто либо кокосовое молоко, но без привкуса кокоса, и вода, водянистую, ну, очень. Ну, не сливочный такой, знаете, бывают такие коктейли, пьешь, точнее, он сливочный. Это не сливочный, это вода с ароматизатором сливок и малым количеством сахара. Ну, кому-то, может быть, дорзает. Мне это вообще, если честно, не очень понравилось. Ну, ничего, переходим к следующему. И следующий, друзья, у нас молочный коктейль. Это приключения Джови. Прикольное название. Стоит он тоже 39 рублей. В нем у нас 200 мл, клубничный, 2,5% жирности уже. Он уже более жидкий должен быть. Так, изготовитель у нас Россия, Великий Новгород. Так, друзья, состав у нас: молоко нормализованное, сахар, ароматизатор натуральный, клубника, сгуститель каррагинан, краситель натуральный, красный свеколь. Ну, в принципе, здесь все натурально, как пишет, заявляет нам производитель этого всего. Ну, дай бог, поверим ему. И давайте его попробуем. Ну, хотя бы сухого молока нет, уже хорошо. Так что ж ты сразу не сказал? Пробуешь. Идентичный вкус. Все ясно. Опять облом. Как и, знаете, как будто просто молоко с ароматизатором клубники. Ну, как бы, коктейлем бы это трудно назвать, просто молочко. Молоко. Хотя написано коктейль молочно-клубничный. Ну, как бы мне это не зашло. Переходим к следующему. Третий коктейль у нас растишка, друзья. Растишка у нас очень замечательная упаковка, тоже имеется трубочка. Сзади у нас тут картинка, здесь вот прям даже можно пить и рассматривать этот коктейль. Но для детей, я думаю, будет само удовольствие, а не то, что там здесь посмотрел, а тут на тебе белый, просто белый лист. А здесь все так прикольно сделано, все так написано классно, ну, замечательно. Но мы же не будем доверяться, что написано на коробочке. Мы будем доверяться все-таки, когда попробуем это все. Стоит уже 46 рублей, аж на целых 7 рублей дороже, чем предыдущий. 210 мл, кстати, уже побольше. 2,0% жирности, ванильный тоже у нас. Так, нормализированное молоко, сахар, стабилизатор каррагинан, ароматизатор натуральный. Все. Ну, в принципе, на тех тоже так же было написано, только чуть-чуть более сильно расписано. По факту все то же самое. В принципе, очень похоже. Тут молоко, но почему-то ваниль, а привкус, точнее, ванильное мороженое, но привкус какао присутствует. Реально говорят, прям какао. Ну, привкус такой далекий. Чувствуется сливочь мороженого, да, но почему-то как будто там еще и какао добавили, хотя в составе его не написано, но почему-то такое ощущение. В принципе, они очень похожи на топтышку. Растишка и приключения Джови — это очень похожие коктейли по своему значению. Ну, только здесь более водянистый, здесь более молочный. Здесь прям вот молочко как будто.
Так в целом они плюс-минус все одинаковые. Ну, мне это пока что не нравится, мне это не заходит. Коктейль, по моему мнению, должен немножечко быть другого вкуса, но это мое личное мнение, поэтому с ним можно не соглашаться. Переходим к следующему. Но надо смотреть внимательнее. Что ж, друзья, переходим к следующему. Это всеми любимый наш молочный коктейль. И вообще он очень-очень популярный, по крайней мере, в России. Это молочный коктейль «Чудо». И он тоже ванильный, он тоже прекрасно сделанный. У нас есть коробочка на нем. И он весь такой фельдеперстовый, крутой. Но это уже как бы, да, не для детей. Тут нет ничего такой детской тематики. Это как-то для любых людей, хотите, кто хочет, тот и пьет. То есть, если здесь как бы более детская тематика, то здесь ее особо не присутствует. Хотя можно купить его, почему бы и нет. Он такого же размера для детей, в принципе, попил, выкинул. Все. Очень-очень удобная коробка. Ни стекло, ничего не проливается, нигде и хранить, и все замечательно. Ну что, все, тараторию. Давайте посмотрим, откуда это у нас все. «Чудо» у нас стоит 54 рубля. Это, кстати, один из самых дорогих у нас сегодня на обзоре. 10 грамм, 2,0% жирности. Изготовитель — город Москва, столица наша российская. Бренд номер один, тут все написано, все очень крутое, классный вкус, ваниль, бла-бла-бла. Давайте почитаем все-таки состав. Так, молоко нормализированное, молоко восстановленное без сахара, мультиатр, ваниль, стабилизатор Е407, краситель Аната. При использовании молока, восстановленное в маркировке, указывается буква В. Ну, в принципе, состав вообще полный. Это самый худший состав на данном этапе, который мы только что увидели. Наверное, значит, должен быть, по идее, самый вкусный. Давайте пробовать. То же самое. Молоко немного сладковатое, но имеет крахмалистый привкус на небе. После вкуса у него крахмалистость присутствует. И я даже скажу, что он даже не вау, какой вкусный. И даже он не бренд номер один. То, что мы до этого пробовали, оказалось даже вкуснее, чем «Чудо». «Чудо, ты чудо», но это не то. По составу это и по вкусу это молоко с ванилином и еще с осадком крахмала на небе. Так что переходим к следующему. Что ж, друзья, переходим к последнему сегодняшнему нашему молочному коктейлю. Это фрутоняня. Это, в принципе, истинное детское питание. 2,1% жирности у нас. Изготовитель России, Свердловская область. Упаковка прекрасная, трубочка на месте. Все замечательно, все хорошо, красиво, 100% натуральный. Давайте читать состав. Так, 53 рубля, 200 миллилитров. Смотрим, здесь у нас буква А4. Соответственно, у нас молоко нормализованное. Сахар, пюре банановое. Ароматизатор натуральный. Ну, в принципе, все. А если было бы букву Б, то молоко восстановлено, сахар, пюре банановое, ароматизатор натуральный. Ну, то же самое, только восстановлено и натуральное молоко. Натуральное молоко – это хорошо. Так что попробуем. Друзья, невкусно. Даже бананы, вот банан обожаю больше всего. Невкусно. Знаете, вот как вам объяснить? Объясни, что тут к чему. Бумагу когда берешь, языком облизываешь, чувствуешь привкус такой. Вот здесь он присутствует. Серьезно. Молоко вообще просто постороннего вкуса. Ну, какое-то неприятное. Он чувствуется, да, жидкий, все, там, да, вроде молоко. Вот есть плюс, привкус, бумагу так лизнул, и такой привкус у тебя остался сейчас во рту. Ну, это максимально мне очень не понравилось вообще. То есть, хотя бы это и не самый дорогой, не самый дешевый, да, на предпоследнем месте. Ну, что-то как-то вообще невкусно. Банан, может быть, ароматизатор банан такой вкус дает, но мне вообще не очень понравилось. Так что мне очень сложно сейчас будет принять решение, что из этого вкусно и достойно, но я попробую это сделать, друзья, только для вас. Иной дороги нет. Что ж, друзья, я подвел итог, это было очень сложно, я их еще раз попробовал по 3-4 раза, блин. И я пришел к общему мнению, да, я пришел к нему. И это у нас, друзья, ну, у нас два победителя, два, зависит от того, что будет. Лидер – это приключение Джови, это, ну, по сравнению вот с этим всеми, это нормальный, классный молочный коктейль. И по составу, и по цене вообще супер. И, друзья, растишка. Растишка тоже очень неплохая, вот на фоне всего, что есть. Растишка, они примерно по вкусу даже идентичны, то здесь еще есть привкус какао.
бесплатно на халяву, понимаете? Подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить следующие интересные и вкусные ролики. Что, всем удачи, успехов, мирного неба над головой. Увидимся в следующем ролике. Всем пока!